Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Сейшат – та, кто отмеряет годы жизни, или женщина-писец, богиня искусства письма, литературы, судьбы и счета в египетской мифологии. Олицетворялась пантерой и носила титул «Госпожа дома жизни» учебного заведения с собраниями рукописей и архивов. У имени Сишат есть два значения. Первое – та, кто отмеряет годы жизни. Позже, когда ее культ соединился с культом Тота, имя получило толкование «женщина-писец». Мужской формой Сишат является Сишау. Священным животным Сишат считалась пантера, поэтому богиня представлялась в шкуре этого животного, накинутой поверх рубашки, с письменными принадлежностями, папирусовая палочка и временной стол в руках. Над головой изображалась семиконечная звезда. Символ Сишат ставился на штандарт, выносимый восьмым из 15 в церемониальной процессии жрецов. В поздний период Сишат связывалась с Тотом и считалась той, кто на листьях дерева Шет, связано с Хепсет, отмеряет годы жизни и правление фараона. Считалась дочерью или сестрой, также женой бога мудрости Тота. День рождения Сишат праздновался в один день с днем рождения Мевдет, поэтому предполагают, что Сишат – ее брат-близнец. В храме Дендеры и Сиды называется Великой Сишат, госпожой письма, великой на небесах, могущественной на земле. Первоначально Сишат была локальной богиней Саиса, но затем центром ее культа стал Хеменау, Гермополь Великий. Сишат представлялась женской ипостасью Тота, богиней письма, счета, мудрости, той, кто покровительствует ученым и мудрецам, строителям и геодезистам. Значимая роль придавалась Сишат при закладке фундамента, особенно во время строительства храма. Поэтому Сишат связывают с Нефтидой, покровительницей дворцов. Сишат называлась госпожой дома жизни, то есть храмового скриптория, мастерская по переписке рукописи. Как богиня судьбы, Сишат сидит у подножия космического дерева в нижних глубинах неба или на месте встречи Верхнего и Нижнего Египта. На древе или его листьях она записывает годы жизни фараонов и значимые события для будущих поколений. Сишат – одна из богинь, которая сидит у постели новорожденного, божественного ребенка. Ну, так вкратце из Википедии о Сишат, богине искусства, письма, литературы, судьбы и счета в египетской мифологии. Пока-пока, до свидания.